Hey, ok, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Guacamole Super Turbo Champions. Окей, а мы с вами в древом туле, как вы видите. Я не знаю, куда идти, поэтому мы просто с вами идем. Это было легко. Я уже немножко привык к смене обстановки. Да ёлы-палы. Я вот не понимаю, что это за зеленая жижа все-таки. Ну это начинается. По три кнопки сразу нажимать. Ай-яй-яй. Да ёлы. Вау. А хотя я могу просто вот так сделать. Зачем я мучаюсь? Так, сохранились. Пролагивает. Ау. Ай-яй-яй. Пум-пум. И просто в виде курочки убегаем. Стоп, я все-таки выше, да, начал подниматься? Я... Ладно. Я не знаю, что оно будет. Если я не успею уничтожить. И проверять я на самом деле не хочу. Да, походу это, чтобы подниматься выше. Но это не мне. Мы сейчас быстренько возвращаемся обратно. А, серьезно? Вот
это меня надули. Ну ладно, тут хотя бы недалеко бежать. Готово, готово. И мы на вершине. Или нет? Ага. У меня будет, короче, двойной прыжок. Я правильно понимаю? Ну надо же, давно не виделись, Лучадор. Я расскажу тебе маленький секрет, чувак. Эта статуя раньше была у подножия дерева Тулы. Я притащил ее аж сюда, а ты превратил ее в кучу щебра. Почему-то я и не удивлен. Тем не менее, теперь ты знаешь двойной прыжок. Нажми просто... О, да. Об этом я и думал. Так, а мне вопрос, а могу ли я... А, не могу, ну ладно. Так, нигде ничего не пропускал. Даже фиг его знает. Ай-яй-яй. Да блин. Все, наконец-то. Да, сейчас мы сильно увеличим хпшку. Ну как, она не очень сильно увеличится, но все равно. Insel Call Pizza. Блин, нужно было выключить, я же мог выключить. О, плюс кэш. Блин, а теперь надо мне заново собирать эти монеты. На то, чтобы мне наносили двойной урон, и я наносил двойной урон. Так будет просто намного лучше. Стоп, а что было бы, если... А у двойной... У курочки нету двойного прыжка. А-а-а. Обидно.
Зараза. Так, сейчас походу будут драконы, либо что-то типа того, именно по картинкам я смотрю боссы. Просто в сторону буду их выкидывать, да и все. Плюс еще ячейка. А, то есть это назад, да, вернулся? А. Понятно. А заметьте, что свет как бы странно падает. О, еще одна новая способность. Не повезло тебе в этот раз, Лучадор. Потому что ты ничего не получишь. No power! Ха-ха, да, кстати, труба за мной приведет тебя... Куда? Вперед, чувак, храм войны чуть дальше. Знаете, я просто падаю и все уничтожаю на своем пути. Так, хорошо. Вот, мне вот эта вот способность нужна, синяя. Синий-синий у меня еще нету. Раскаленная пустыня. Ага. Тун-ту-ту-ту-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Не, подожди, подожди. Туда как-то попасть можно, по-любому. Visit the Temple Devant.
Храм войны. Понимаю. Вот, как раз фиолетовое мне надо. Быстро пробить двое щит поможет вам. Ого! Надо по пути смотреть, что я пропускаю, что не пропускаю. Так, водяной дракон здесь будет. Эй, приятель, если заскочишь на стену, прижмись к ней, чтобы удержаться. А тут, видите, тут водяной дракон, а здесь огненный дракон. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага. Я просто не знаю, что будет, я просто не хочу даже знать. Готово. Дракон. Блин, еще есть спуск вниз. Давайте. А наверху что? Окей. Сейчас сходим наверх. Окей. Возвращаемся обратно.
Вот это место очень запутано. Ага, прикольно. Спасибо. Главное, чтобы сейчас лишнее время не тратил. Мне кажется, нужно было все-таки на другую сторону прыгать. Ладно, сейчас посмотрим. Я просто не понимаю, куда идти, везде все однотипное. А-а-а. Теперь это да, можно сказать, что это другое место. Так. Здесь я все нашел. Тут все, там все. Значит, идем обратно. Нет, нет, именно имею в виду обратно-обратно сюда. Я лучше сохранюсь. Так, теперь вниз погнали. А-а-а. Нет.
Так, плюс хпшка. Так, по карте все, да? Так, пойди все, да? Только здесь нужно курочка еще зайти. Способности. Ага. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ух ты ж, ё-моё. А, я понял. Так, курочкой сразу заходим. Курочкой заходим. Манай тут ловушки. Даже мелочь, вот тень видно. Вот кажется, что это мелочь, да? Но все равно это приятно. Так, готово, да? Здесь еще три черепа. А, нет, это похоже... Подождите, а как я узнаю, сколько я вообще здесь собрал? Все или нет? Два дракона. Ух ты ж, ё. Это плохо. Отлично. Все? Видите, так... А, типа, водяной. А, и с той и стороны. Хм, окей. Ну, видите, у меня синей способности нету. В чем проблема вот? А, значит, она будет сейчас. Но у меня все равно нету фиолетовой. Вот снова синяя мне нужна.
мухи меня начинают грызть. Здесь я хотя бы с той стороны сейчас буду прыгать. Если нет, я захарю. Окей. Вот. О, теперь здесь и водяных нужно убивать. Ну, то есть этих. Классно. А еще мне фиолетовый нужен цвет будет. Ну, надо же. Вы только посмотрите, кто явился. Все еще носишь маску до компанде. Знаешь, а тебе идет. Скрывает твое лицо. До сих пор молчишь, а? Ненавижу стрелять в безоружного, но ради тебя сделаю исключение. Ты издеваешься? Кончились патроны? Опять? Скелетос, прикончить этого лучадора для меня. Калака шлет привет, лучадор. Он в... обсерватория готовится к церемонии. Увидимся позже, если, конечно, выберешься отсюда живым. Ау. Так, 3000 у меня. Ага, назад я могу вернуться. Еще один день, еще одна статуя. Чудо разбито. И я уже привык к этому. Я уже привык к этому. Постоянное разбивание статуи убило что-то внутри меня. Жми АА для использования силы безмозглого рывка. У меня закончились названия. Я не чувствую ничего. Ага. Ну это хотя бы... Надо еще будет прокачать что-то, чтобы быстрее ломало. Еще быстрее. Ага. Ага. Ну, начнем с того, что не мог по зеленой херне лазить.
блин. Почти. Муха, ты надоела. Да ёлки-палки. Найс. Так, черепушка найдена. Оп, готово. Так, снизу, да, еще что было? Так, это денежка. Так, мне как раз хватит еще на одно улучшение. Так, способности. Сила восстанавливается быстрее. Так, а в Зафате вот это пинок. Мне кажется, сначала нужно вот эти попрокачивать, чтобы быстрее вносить врагов. Так, а здесь больше ничего синего не было, да? Только фиолетовое есть, зеленое есть. Налево, потом направо. Готово. Плюс кэшек 500, да? Да. И снова развилки. Ну, давайте сначала по развилке.
Ладно, что было здесь? Где так много прохода? Ага. Значит, нормально. Да ёлы-палы. Ага. Да ё-моё. Ну я понял, как это делается. Главное не подохнуть. Вау. Ну это мы первую, да, маску получили такую. Так, давайте сначала наверх. Сердечко. Тин. Зачем я ее включил? Ага. Окей. Как-то оно подфризивает. Готово. Ну, это легко будет. Да я ж успел до того, как она поднялась. Ну да, здесь я не успел, конечно. Что это вот за фриз? Что это за фризы? Да ну нахер.
9 кнопок. Как я могу нажимать 9 кнопок? Здесь, да, нужно, видите, курицей превращаться. Фу. Ладно. Забудем о прыжке вообще. У нас две кнопки. Ага, окей. Обсерватория. Церемония завершена. Великий храм возвысится. Близится день расплаты. Наконец-то я хочу... Могу испепелить эту ненавистную женщину. Я так не думаю. Никто ни пальцем не коснется жертвенной девственницы. Она родилась в день последнего солнечного затмения. И поэтому нужна для последней церемонии. Ты сказал жертвенной девственницы? Ха-ха, ну, насчет этого... Помолчи, моя прелесть. Не бойся, уходи пораньше. Великий храм вызывается на Цицерьер. Все, чего касается свет, скоро станет моим. Поглощенная зараза мира мертвых. А ты, моя дорогая, станешь моей королевой. Твоей королевой? Я так не думаю. Ага. Ну, теперь-то ты позволишь мне поджарить эту чикичку? Нет, оставь нас наедине. Нет, оставь нас наедине. Грр. Ты пожалеешь о этих словах. Ты станешь моей... Ты станешь моей невестой. Хочешь того ты или нет, все станет моим. Твое заявление и угроза не впечатляют меня. Я простая девушка, ничего не полюблю монстра вроде тебя. К тому же, мое сердце принадлежит другому. Муха. Чачита. Как наивно. Веление твоего сердца будет забыто, когда ты перечислёшь мир мертвых со мной. Смертная биология плохо работает на другой стороне. Ха, тебе не сойдется это с рук. Тебе остановить. Твоя чрезвычайная уверенность, твоя слабость. Можешь верить в своих друзей. Ой, надеюсь, это не твой герой. О, нет. Глупая девочка, сказок не бывает. Счастливый концов для детей. Ну, пожалуйста, дай мне расплавить эту лучадора. Пусть это будет подарок на мой день рождения. Этот герой растратил достаточно моего времени, приближая солнечное затмение, и нужно много приготовления перед последней жертвой. Факел, я буду ждать тебя, ждать от тебя на обеде жареного цыпленка. Идем, моя сладенькая, пора готовиться к последним церемониям. Ура! Хуан! Полагаю, ты хочешь слушать мою историю. Святые потроха!
Я не знаю, почему я тогда нажимал и ничего другое не происходило. Но здесь на самом деле вообще ничего сложного. Он специально это сделал? Нет. Как мои пистолеты уступили твоим рукам? Кулакам. Не верю. Эх, знаешь, ты никогда его не остановишь. Когда Калака завершит финальную церемонию в великом храме над Серьер, он объединит миры и соединит и станет им правителем. Ты обречен, а сейчас будь добр, это мой последний час. Дай мне упокоиться с миром. Так, ну в принципе все. Кроссена Банеро. Что за новая способность, вы узнаете в принципе в следующей серии, ребят, поэтому я сейчас прокачаю, что я могу, а я пока не буду ничего качать, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!